Если ты с микрофоном, я не в курсе просто. Так, ребят, так, всем привет. Привет, здорово. Да, шикарно. Бэтмен и Робин. Так, да? Сейчас, значит. Мортивис, Бэтмен и Робин? Да. Заметано. Так, я в игре. Ух, какого музло сразу втопило, да? Не вижу. Подожди, мне надо тех. Морти, вы сможешь на МУН перейти, пожалуйста? У меня что-то тут начало лагать вот с пашком. Три раза перезаходил. Так, сейчас, подожди. Давай, я жду. Так, МУН, скиньте мне тогда в Дискорд. Сейчас. Название, да? Ну да, ГГС с МУН. Да, если не принципиально, кто следующий будет играть, давайте через МУН тогда. Ну, если, конечно, ну, да, будет лагать, тогда вот поменяем. Музыка 10 из 10, да, сразу? Транзистор, привет. Спасибо, что заглянул. Ну, транзистор, здорово. Здорово, транзистор. Надеюсь, покажу класс. Сейчас жара будет. Ты как, сразу двумя как-то говорили там уж? Да, я буду сразу за двух персонажей играть. Это немножечко будет попроще, но вот если играешь плохоладенько, сыграет хорошо. Подожди, мужика, там как по контам? Они общие? Они общие, да. Ну не сказал бы, что это прям сильно обещает. Хотя урона больше будешь наносить. А оружие какое? Ну, оружие, в общем, смотрите, я буду два первых уровня проходить зеленым, а на шляпнике я буду красное. Ну там как пойдет, ребята. Синяя избегаем, так, да? Я жду ссылочку на MLM, пожалуйста. Блин, так. Давай я, короче, скину. Негативный ты там не скинул? Негативный скинул. Я скинул. Негативный скинул. Все. Копируем. Так, ребят, сразу выкручиваем наушники. Да, у меня и так игра нас перекрикивает нафиг. Так и должно быть. Все видно. Да. Начинай, как тебе удобно. Озвучь потом, кто там запас. Ибо после Трейза и Ставрона у нас идет запас. Мортирус. Ребят, ну пока скажите, я сейчас тут себе раскину все как надо. Да, давай. Мортирус, имей в виду, что если ты умираешь, так как у тебя персонаж, это плюс две смерти. Ну да, как за каждую смерть каждого персонажа. Каждая смерть. Это ж твой выбор. Да, каждый персонаж, каждая смерть. Все, не вопрос, ребят. Ничего против не имею. Так, негативный. Это, спасибо. Негативный, что ты говорил там? Говорю о том, что у нас после Ставрона и Трейвза больше никого. Ну да, у нас список закрыт. И поэтому Леня, Бен. Возможно, запас. Так что надо искать Лёня, я аж потираю руки в предвкушении. Он же просил ему написать, если что. Так, Лёха, мы тебя слушаем. У нас человек в запасе еще, перекину магну. Давай. Ну, можно его тогда после Ставрона Трейвза. И геймер с микромашинкой. Я все равно тут, поэтому... А кто там будет из них? Следующий. Ну, можно геймера пустить, без разницы. Кто-то геймер, ладно. У него коротенькая там, он говорит, минут 15 и все, и затащил. Нормально. Мортивис, вот дай знать, как будешь готов. Так, ну все, ребят, я готов. Понеслась. Музыку выкрутил. Ну давай, удачи, мужик. Спасибо. Удачи. Значит, уровня сложности здесь нет, к сожалению. Так бы можно было бы пожестить. Итак, погнали. С днем рождения меня, первый уровень. Пошла жара. Так, еще для меня это самая мощная контра. Не знаю, лучше контра я не видел. Ну да. Так, вот здесь есть первая секреточка, первый уровень. В первом уровне. Значит, вот этих всех клоунов надо очень быстро убить, и потом, оп, первая жизнь здесь. Секретная. Ух, какое я думаю. Погнали дальше. Блин, какой тут музон, да. Ребят. Да, я сижу, у меня аж мурашки, блин. Вот у меня эта игра появилась, когда я еще в школе учился. Вот я не вспомню, класс 7, наверное, вот этот вот как раз переходной возраст. В
Блин, он повлиял на мое восприятие музыки просто. Я не знаю, слов. Да, гормональный фон он усиливает. Да. Блин, просто она как разрывала, господи. И что жалко, вот самое жалкое, вот эти ребята просуществовали всего 2 года и игр больше и не выпускали. Вот это самое обидное. У тебя одна смерть на Бэтмене, да? Нет. А чё, 2-3? А, ты заработал. Ты заработал, значит. Да, жизнь сделал. Секретный жизнь. Всё, я понял. Я сейчас смотрю, что это 2-3. Еще вот я бы хотел узнать, я не знаю, может что-то другие еще ребята знают, про секретные жизни вот на всех уровнях. Я вот несколько штучек всего знаю. На подъеме одного вампи. Но это она не секретная. Ну да. Шляпа. Это вопрос к транспорту. На шляпе я знаю, что там перед боссом, большим вот этим роботом, там есть секретная жизнь, если быстренько убить Карлсона, скажем так, с двумя ветками робота. Так, транзистор пишет. Всего. Транзистор пишет, пока что определенно лучшая игра, которая пройдена в Передай Бен. Это был как раз реквест Мортирус. Да, это... транзистор, спасибо. Я помню, блин, на эпичный ты там, конечно. Не, ну игра крутая по всем параметрам. Бен, сегодня ж до Талова? Да. Как обычно. И таким темпом до 12 можно закончить. Да нафиг, так. Какой закончить, играем. Первый босс у нас Харли Квинн. И тоже музыка. Музыка вообще качает, да. Паттерн у нее простой, ничего сложного, ну, конечно. И при первом появлении Харли Квинн, когда вот эти сверху летают, то ли черепа, я не знаю, то и головы. Если ты убиваешь в центре, сразу все вроде за один выстрел выпадает жизнь. А, ну да, это я знаю. Не черепа там, а эти вертолетчики. Ну, вертолеты. Я просто не помню, по памяти говорю. Я думаю, блин. Блин, ну какой же тут музон, господи. Самый топовый, вот как по мне, это музон на боссе Безумный Шляпник. Она такая еще разгоняющая какая-то. Да, подстраивается под геймплей. Под геймплей, да. Ну, пишет, всего 2 игры сделали. Разрабы обе про Бэтмена и Робина на Sega CD. Да, и одна не выпущенная, там, про X-менов. На Sega CD это, скорее всего, порт уже улучшенный. Нет, там. На Sega CD это не порт, там совершенно другая игра. Она там чисто гоночная, самолетная. Там ты ездишь по городу. А, вот он. И там, что... прикольно сделано, там сценки, рисованные сценки там, анимированные, прям из мультсериала. Тихо, блин, черт. Бэтмен улетел, первое. Жаль. Так, что-то у меня плохо с набором оружия идет. Да, надо прокачиваться. А ты комбинируешь, да, зелень с красным? Нет. А, все зелень, да? Да. Первые 2 уровня все зелень будет. Третье на красный, потому что, ну, там по-другому никак. Очень тяжело там с каким-то другим оружием воевать. Ну, убили. Или нет? По жизням смотри. Да. Отлично. Проще всего ориентироваться. Так, спасибо за праздник, мужики, день прошел не зря. Прошу, наслаждайся, Игорек. Как Мортирус играет двоими? Ну, одно и то же управление. Да. На 2 геймпада и все. Второй играет ногами. Это, кстати, не новость, уже так тащили. Чип и Дейл, да. Дэн так тащил. Нет, да, мне транзистор рассказывал, что кто-то на братве тащил. Да, чип. Чип и Дейл и еще что-то, как это... называется. Ай, не помню. Ну вы, ребят, не думайте, я не профи, я вот именно вот это подготовил чисто для братвы. Вот я не знаю, так у меня что-то.
перегорело, думаю, блин, надо что-нибудь поинтереснее показать, чем просто пробежать. Выдать жару, да? Ваня, то есть, да, то есть ты именно вот так вот тренил двумя сразу? Да, да, вот я недельку где-то примерно играл, как зарегистрировался, и я думаю, что-нибудь такое интересненькое показать. И решил вот, вот так вот заморочиться. Вообще, вот я на эмуляторах как бы не особо играю, это вот чисто. Вот начал играть только после того, как на Братве зарегистрировался, когда я G.I. Joe тащил. Ну, пробовал затащить. Да, G.I. Joe, конечно, не очень. Ну, обидно, конечно, ничего страшного. Арчер пишет, я, говорит, на Аркадии пахнул с 3 персов на одном управлении. Я представляю, какая это дичь. Вот тут тоже музон начинается, ух. Одному а, он я же втопил погромче. Фэн, представляешь, басы, басы. Да? Басы. Вот нашел ты вот человек, которому не нравится. Место, где тебя Харли Квинн не достает. Присесть, и можно так вот ее гасить. Ой, тише, тише. Тихо, тихо. И, кстати, вот этот вот композитор, он до сих пор пишет саундтреки к играм. Ну, пишет, этот же композитор писал для Red Zone и Subterraria. Да, Subterraria. До сих пор пишет. На Яндексе, ой, Яндекс какой-то этот, в iTunes, он у меня в любимых композиторах. Там достаточно треков от него. Капец, сеговский, конечно, движок выдает музыку. Вот такой вот, мне кажется, SNES вот, ну, точно бы не потянуло. Ну, она бы звучала совсем по-другому. Да. Да, слишком она драйвовая, экшонная такая прям. Да. Ну, здесь видно, что музло прям под сегу писали. Да-да-да, но электронное такое, остачок такой. Вот здесь тоже особо не тяжело с этим боссом. Вот эта крюка очень-очень-очень классно она сделана. Прям Total Recall. Бен, спроси у знатоков, врагов больше, когда играешь на... Я не заметил. Когда играешь вдвоем, здесь абсолютно никаких изменений, вообще никаких. А есть вся распределение проблема... урона? Нет, абсолютно никаких. Вся проблема здесь только в делении оружия и делении жизни. Все, больше ничего. И вот жаль, что харда здесь нет. Хард, он, конечно, дал бы знать. Он пишет, SNES такой в жизни не потянет. У SNES инструментальный оркестр, у Sega синтезатор. Ну да, она по-другому совсем просто звучала, конечно. Эй, блин, не ту взял. И вот, что прикольно еще, на заднем фоне постоянно какой-то экшонник происходит. Да. То какой-то машина полицейская там пролетится. Эй, пропустил. У кого была эта игрушка в детстве? У меня. Мне не довело. Нет, с читами. С читами. На выбор уровня. Я вообще только недавно ее прошел, может, куда пол назад. Снятивно, кстати. Выбор уровня полностью все прошел. Здорово, Денис Дэн. Ну, Бен тебе пишет, запиши в реквесты с Subterranean. А чё это? На Сегу. На Сегу. Эй. А там что-то, по-моему, про корабль какой-то, нет? Подлодка вроде, нет? Ну да, там что-то такое. Точно помню, что это, ну, не как шмап, а что-то такое непонятное. Точно я помню, на передаче это, Дэнди там в реальности она была. Ребят, всем привет, постараюсь затащить. Походу за Красного Октября, не знаю.
Рыбком распишет, играл в детстве первый уровень, так и не прошел. Да потому что там реально клоуны со всех сторон прессуют сходу. Я точно проходил? Если до самолетиков... А, точно, до самолетиков я доходил и все, и на этом мои познания этой игры без читов закончились. Вот он, Джокер вылез. Там я любил переключать уровни. Я вообще считаю самолетики очень затянутым уровнем. Мне кажется, он в два раза мог бы быть намного меньше. Слишком он перетянут. Слава. Александр, здорово. У босса тоже достаточно легкий паттерн, и за ним можно наблюдать, вот сидя в своей корзинке, он там всякий показывает. И это указывает на его атаку. Нет, Орион, Кулхарт не участвует. А когда последний раз Кулхарт участвовал у нас? Суперсоник Пашка как раз до этого играл. Прошел по истории. Я хотел взять эту игру, не рискнул, хотя я эту игру замастерил. Вот. И тут еще вот такая особенность, ребят, есть, чем дольше ты сражаешься с боссом, тем разнообразнее у него начинается паттерн. Не знаю, знали кто-нибудь или нет. То есть, более новые атаки. Да, удивляет, вот самое-самое хардкорное, это вот идти с синим оружием, и тогда боссы показывают всю свою красоту, прям ух. Спасибо, Виталий, за поддержку. Ну, как видишь, ты не взял игру, но долго добро не валяется. Мартин сразу не думая забрал. Что, кто-то хотел играть в нее? Да. Вот Виталий, который рейнджеров играл, хотел туда. Ну, он мастерил тоже. Мужик, извини. Я не специально. Блин, он сам говорит, не рискнул. Он тут не рискнул. Да. Так мастерил. Я ее мастерил еще в детстве, еще на своей старенькой свежке, так что, я думаю, должно получиться. Ну как мастерил? Я, кстати, объясните мне, что это за мастерил? Что это такое? Симулятор с ачивками. Ачивки. Симулятор с ачивками, да. А, все ачивки. Когда выполняешь все ачивки, да. Там без смертей, без урона босса, там что-то вот там. Без смертей? Бэтмен и Робин, ребята, это что там за монстром надо быть игры? Не, ну я не уверен, я не знаю, какие тут ачивки. Не, ну там надо смотреть, да, там на каждую достижение, да. То есть у тебя там, допустим, набор там пройти там с каким-то определенным игру с дефолтом, пройти там на UTS. Ну, здесь вроде такой не сильный набор такой. Вот, и как бы два разных. Все ачивки выполняешь. Там два режима. Есть хард режим, который без сохранений. Обычный режим можно с сохранением пройти. Я понял, типа этого, из PlayStation, да? Ну, типа да, то есть если ты проходишь просто с сохранением, у тебя написано completed, то есть типа выполнено. Если без сохранений, у тебя получается такая, ну, золотистая рамка, написано мастер, то есть, ну, максимум ачивок, которые ты можешь выполнять. Ну, по сути, это то же самое, как в Steam там или вот в PlayStation, аналог, только на ретро-игры. Я думаю, со Стима и сплагиатили. Ну да, скорее всего. А кто, кстати, играл в Джакал на аркаде? Он Макс писал. О, Джакал на аркаде? Да. Там я играл еще на этом, на FDS. Есть у меня флешкарик от Крикса. Он поддерживает игрушки от FDS. Блин, вообще другая игра. Надо будет попробовать. Я бы тоже глянул. То же самое, как и это, по-моему, что там называется-то. Есть игрушка на Фомикоме, там, мотокросс. Газуешь там. Exide Bike? Нет? О-о-о, да-да-да, он тоже на FDS, он отличается. Как вам Rogue's Corpse?
контра. Что это такое? Не знаю. Какая-то контра, видимо. Бен, что, знаешь, что это за контра? Я хочу Элен Варс и... вот это... Кстати, Элен Варс, говорят... Апрайзинг хочу. Говорят, все-таки Элен Варс, она проигрывает Форбс. Причем так довольно сильно. Конечно, проигрывает. Самая топовая контра — это Супер Киборг. Да. Не, ну есть еще Блейзинг Хром. Ну есть еще, еще Блейзинг Хром. А есть вообще Вольфарец. Вольфарец Киборг. Это где Даркман еще сам прописал? Да. Даркман Супер Киборг писал. А, это пишет, вот эта контра, это на PS4 и ПК. Видимо, новая какая-то, не знаю, не слышал. А, новая контра какая-то вышла, кстати, да. Какая-то убогая. Да не видел даже ни про нее. Вот Вольферис, да, ну блин, там вот это, конечно, фишка игры, то, что там кислотное, все, ну блин. Да, какое кислотное, там металл врубили и разрыви просто. Инфа появилась. Что такое? Вначале играет сейчас Морфирус, потом играет троих со Ставроном, потом играет Гейм и кто-то еще там из запаса, не помню точный ник. Окей. Потом играешь ты с Леней и я. Если, если Леня не участвует. Если Леня не участвует, а тогда... кто после Морфируса? Sunset Riders, да? Морфирус, Sunset Riders, Ставрон. А потом и с Леней, да? Нет, потом играет геймер. А, ну окей. Там микромашинки, там быстрее. Их запаса берем. То есть, если так почитать, короче... Еще один человек. И все, на сегодня больше нету, кроме нас. А что это микромашинки быстро? Они еще не такие быстрые. Ну, а там вот сказали там быстро все. По воспитанию. Там геймер, это... Это фанат этой игры. Да, у которого группа по микромашинкам. Ну, все Александр. Равно там боковашку пока забьешь. Вот, и... Ну, тем не менее, в общем... Игры со Ставроном тоже быстро, там, минут за 15, наверное, пройдут. За 20. А то есть, тебе так не долго. Было, да, вот, в начале добавлено, все? То, что, судя по жизням, не было. Я могу упустить. Blazing Chrome вообще грульная получилась. Да, офигенно, я до сих пор трейлер пересматриваю. Blazing Chrome топчик, там же тоже повышение сложности. Да, мы открыли хардец. Мы открыли этих персонажей с мечами. Ну, все заготовлено. Есть там, да, реиграбельность. Да. Ну да, прямой наследник считай, Counter Hard Corps прям очень сделали, конечно, круто. Да блин, круто смотрится, реально. Круто смотрится и звучит, игра круто. Правда, я сейчас не слышу. Видишь, ты домами, машинки там, да, ну нафиг. Какой такой еще игре увидишь такое? А потом пойдут эти тучи там с молниями. Такое издание. Но это делали лимитированные. Так что надо искать Леню, если что. Леня? Две компании. Также Леня, есть... Так он может Морозко включить, пофиг. Что-то еще на Switch выходило тоже в физическом издании, типа этих. Бэт, как это? Я забываю перед названием игры. Silk Song, которая вторая часть. Не помню. Тоже подзабыл, блин, чё. Алло, Беныч, ты меня слышишь? Да. Чё там? Мало. Он тинит. Не, ничего просто. Я что-то тут тихо так думаю, что такое. Думаю, у меня что ли все повылетало. Я, может, иногда прерываюсь, говорит. Негативчик, что? Какие? СРАМ? Что это такое? Объясни. Это сейвы.
сейвы? Да, знаю. А, создавать в смысле на картридже или... Да, и вот именно вот я... Ну смотри, к примеру, я хочу создать кучу сейвов на баке. Ага. Под каждую комнату. Я хочу загружаться на один ром. Насколько я знаю, так не будет работать. Работает, в этом-то и дело, спидранеры юзают. Да? Ну значит, может, блин, синий взял. Может, у них какой-нибудь другой? Нет, они через комп, видимо, копируют как-то, я не знаю, как они создают новые. И вот я думал, может, ты знаешь его. Блин, ну, как вариант, это не флешкарик от Крикса. Просто их не нет, может... от Крикса. Не оригинал юзают. Блин, ну, негативчик, не знаю, тут не подскажу. Я знаю, что создается один точно. Ну, один, вот... да, они именно, видимо, через комп его копируют и каждый раз новый сейв делают. Блин. А потом просто загружаются через вот эту менюшку самую главную. Они нажимают на нее и SRAM to файл. Точнее, наоборот, ага. Файл to SRAM. Блин, ну не знаю, я вообще с сейвами редко пользуюсь, так что не знаю, не подскажу. Я могу сказать только, как сохранить и все. Не, ну сохранить там... это я умею. Что там? Комбинацию в настройках сделаю. Сколько тебе сейвов нужно на баке? На каждую комнату. Да если я делал бы как в жабах, я бы задолбался создавать. Я поднимаю бока через шины за прохождение игры. Так. Участником Бен, композитор этой игры, Еспин Якобсон, писал музыку для Assassin's Creed, Hitman, Кейн и Линч, Borderlands 3. Спасибо, Макс. Мартивы, за тебя бокальчик джима Макс поднимает. Тащи, мужик. Спасибо. Бокальчик — это дело хорошее. А чего бокальчик? Джина. Бокальчик. По-модному. Там пираты сидят, что ли? 74. Сейф-стейта на баке было бы надо. 74 кнопки, брат, в смысле? Еще раз спасибо, что пригласили. Там 74 комнаты в игре всего? Да. Ждите в гости в марте. Будем. Слушай, негативно, там же еще эти флешкарики, они же постоянно там у него обновлялись. Может, он вот как у Мегадрайвовского с USB-портом? Спасибо, Грейхаксон. Нет, 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 обычный у меня. Ну это про-версия вроде уже сейчас. N8? Да-да-да. Да, там нет ничего такого. Блин, не знаю. Ты меня, кстати, заинтересовал, надо что-то поинтересоваться этим. Чисто для развития, так интересно посмотреть. Левзион спрашивает, а как он играет сразу за двоих, что ли? Да. Выставлено одно и то же управление. Два гейма. По-моему, не на во. Уже не первый раз у нас так игры проходят, да. Не, ну на Сегу первый раз, да. До этого есть надо... небольшая разница, я поставил... несколько кнопок, чтобы управлять иногда отдельным персонажем. Да-да-да. Единственное, что плохо, на полетных уровнях, что на джетпаке, что вот на крыле, нельзя персонажей разделить. Урон будут получать оба всегда. Вот это обидно. Поэтому нужно иногда второго выделять, ну, вперед выводить, для того, чтобы пострелять. Ну да, но это только на платформенных уровнях. Летальных нельзя это сделать. У тебя получается две стрелочки вправо на одной кнопке. Да. Две вверх там и такое. Ну довольно-таки легко все делается, если разобраться. Да. Ну вот я смотрел спидраны на HDQ, по-моему, как она там называется, вот когда собирается там вот идет. HDDQ. Там один парень сидел сразу, блин, за двумя джойстиками. У него были перевернутые джойстики. Ну да, я видел, так в Чип и Дейли тоже. Да, вообще. Это же Чип и Дейли используется. Психи просто. Я так попробовал. Ну, у меня не брики, это которые вот он держал, кирпичи. У меня кости. А, у меня тоже и кости, они и брики. Неудобные, блин. В этом плане. Брики мне не нравятся. Мне брики не нравятся. На брики удобно мешать.
Да. А вот в DuckTales играть я вот постоянно, я со всех, там, по-моему, во второй части есть уровень, где надо по веревкам прыгать. Корабль. Блин, я постоянно на бриках слетаю, а на костях идеально прохожу вообще. Спроси Мартируса, на клаве играет, он спрашивает. Нет, я играю на джойстике DualShock 4. Джойстик. О, еще один фанат DualShock 4. Не, для... ну у меня просто все консоли, и вот как бы из... Для эмулятора, ну не знаю, я под ретро вот такой джойстик. Еще не отличный... DualShock 4, вообще да. Еще отличный DualShock 3, вот прям я долго на нем сидел. Третий. А там немножко вот эта крестовина мне на ней не очень нравится. Третий у меня тоже был, да. А ну а чем там? Она просто в центре не... Она немножко... Она немножко там... То ли она сама меньше по размеру. Ну, короче, она как-то не очень удобно. Мне кажется, даже потуже как-то нажимается, да. Что ли. И она в размерах немножечко там на миллиметры, но поменьше. А есть в ней вот такой вот, типа, эскейп внутрь в центре? Ну-ка, кнопки. А, ну ты имеешь в виду как этот скос я такой небольшой? Да, на паузу, он очень тащит. Сейчас я тебе скажу, да, есть там или нет. А у меня нету. Да. Сейчас, да. Он очень тащит, я такое только на DualShock 4 и видел. Блин, там не изгиб, там вроде как на DualShock вот этот вот впадина просто. Ну да, я же говорю, к центру оно там впадина. Сейчас я гляну. Блин, мне эта штука реально помогает. Именно на третьем, сейчас посмотрю. Вайн, а где твой кот? О, видишь, нет, нет. Кое-кто спит. А третий в DualShock, Бен, там просто прямая крестовина. Не такая, как... Ну вот, вот, четвертый. Эксклюзивную фишечку приобрел. Сейчас еще на пятый глянем. А он, говорит, может... не сильно будет отличаться, кстати. Посмотрим, там что-то они хотят добавить какую-то LED-панель, ну типа такую... Не знаю, то ли там менюшка какая-то будет. Ну, по крайней мере, по слухам. Ну, триггеры там вроде будут сзади. Ну да, там... Под безымянными пальцами. Ну, это будет для этих... Типа как SCAF вот эти контроллеры сейчас делают, вот типа толочек. Мне кажется, штука такая довольно удобная будет. Ну, для каких-то... Не знаю, файтингов, блин. Ну вот FPS, например. Ты бежишь, чем на крестике выбираешь. Стрелял, да, вот все вот это. Да. Реакция быстрая нужна, прям такая конкретная. Ну да. А так-то для ретро он вполне DualShock 4. Вполне достаточно. Для инди, для ретро. Да, вполне. Не знаю, многие, кстати, очень советуют вот эту именно D-pad, как на свече, допустим. Нинтендовская именно, которая... Кстати, на свече вот этот Pro-контроллер, ребят, блин, он очень удобный, прям, я удобнее ничего не держал. Второй человек. Pro-контроллер? Да, Pro-контроллер, который без воинов, вот этих вот, он цельный такой, просто, вот эта вещь. У него такой вибро мягкий. Это хрень с боков, которая одевается? Нет, Pro-контроллер, он... А, он отдельно покупается? Цельный. Да. Он стоит там что-то тысяч под 7, наверное. Да, 6, да, 7 тысяч где-то он стоит. Он дорогой, падла, да. Да, Switch вообще дорогая вещь. Не, ну и Switch обычный, да. Ну, блин. Дорогие, все дорогое. Switch вообще. Switch Lite. Надо брать Switch Lite. Там D-pad есть. Ну, так, блин, да, вот я слышал, тоже мне говорили, что вот этот Pro-контроллер типа удобный. Кстати, тут где-то тоже есть жизнь. Да, ну, что-то... здесь жизнь в третьей пушке. Ну, что-то тестить не хочется его так за 70 брать, кажется, не очень обидно будет. Я похож на Олег Асса. А кто это? Блин, я на всех, короче, уже похож. Как, кто? Олег Асса. Это, по-моему, малый «Вся работа хороша», если я не ошибаюсь. Я не знаю. Очень крутой это перец, канал, да? Канал. Канал на Ютубе такой, который... Да. С ним этот... С Седой недавно ролик снял. А, с этого? Так, уютный подвальчик. Да. Всякие Седые, Оле, я не понимаю. Вот, не, ну, Седого знаем. Это что, ну что же. По ретро там, такие штуки.
Он больше там по коллекционированию, правда. Ну, прокидалось ебэ, он так нормально рассказал пароль. Тоже есть что посмотреть. Ну да, человек нормально знает толк в том, что он делает. Интересно его посмотреть бывает. Так, вот здесь сейчас будет еще одна жизнь. Ее иногда, наверное, некоторые пропускали из-за того, что она за палкой скрывается. Так что, Бен, хотел поинтересоваться о новом Battletoads. Что думаешь? Я лично разочаровался, ибо стилистика очень детская. Ну, на данный момент понятно, как и все разочаровался, но игра-то не вышла. Не стоит списывать ее пока со счетов. Да. Выйдет, потом будет плакать. Опять же, по последним данным, вроде как официальным даже, будет такой, как это правильно называется? Перерисует, будет дополнительно, то есть классический вариант тоже жаб будет в игре. Но в смысле, как опция будет, да? Пусть, вот две вопрос, игры. Это... Одна 18 плюс там для нас, смерть. 21 плюс. Нормально. Смерть была. А вторая пускай вот морепродукты пусть для школоты. Вопрос на просто Робине, в том, да? Как это будет сделано. Либо это сразу в игре будет, либо это делают типа. Когда? Это идеально было бы. Для нас без цензуры там все как положено, а для школоты. Да, королеву там в латексе, да. Все дела. Да. Было бы круто. Вот тоже музончик, ничего. Но я думаю, такое навряд ли. Да. Очень навряд. Ой, еще одна смерть. Бэтменов, да? Да. Хватит. Бен, тебе написали, что ты похож на Ягубовича. Такой же старый, да? Сектор Фриста барабаня. Тише. Черт, еще одна смерть. Как его в студию там всякие огурчики, там вареницы приносили. Не, по поводу Battletoads, да, очень правильно Паша сказал как раз к нам. Пока игра не вышла, что толку ее хейтить? Ну да, все правильно. Не, ну хотя тоже, если бы не хейтили, то навряд ли бы разрабы стали бы перепиливать вот то, что они сейчас... А ты что там, дизами закидали? Да. Ну это так же, как вот с Соником. Только дебил бы не начал переделывать, вот честно, блин. Ну да. Так же, как с Соником, то есть фильм сначала нарисовали какого-то там, я не понял, атлета какого-то. В синих штанах там такого унылого. Блин, народ начал орать, перерисовали. Ну посмотрим, что сейчас будет. По крайней мере, вот по последнему трейлеру Соник выглядит прям как должен. Ну, хотя бы лучше, чем было. Да. Блин, жаль, много прокачки потерял. Эксменов не было, эксменов. Какой Олег видел стрим, думал, Снейк Лик в этом стриме. Бывает, его бывает. Если бы люди не хейтили, то вышел бы свой. Да, такой с палочкой так ходил. Не, ну блин, первый, конечно. Показал бы адрес, прислали в консервацию. Нормально, чего. Вареница от Blade Runner, да? Так, вот здесь на этом уровне начинает появляться оружие с черной точкой. Вот оно вот сейчас было. Оно откатывает оружие назад. Так, лично не так. Лично я уверен, что корявый Соник это был сознательный бой. Рисовали его сразу нормально, слишком уж просто его переделали. И сразу качественно. От хайпа заработали. Ну, может быть, кстати. Это только догадки. Он Яна правильно пишет. Дэн, отвечаешь, что это не ты на них похож.
Да, давай, маньяк, счастливый мужик. Самубайт это норм. Да, это еще после этой игроки возьму битый мап. Блин, Алекс, не я тащу. Это какой-то хак, почему сразу два персонажа похожи на имбу? Либо сразу на управление выставлено одинаковое. Ну, блин, как сказать, имба, да, двойной урон, там все как положено, но и в случае фиаско хватит, а вдвойне, как это общее, да. Так, я отойду, Виталь, посмотришь там смерти. Ну да, мы сейчас небытие мы посчитаем, вроде смертей больше не было. Да-да-да. Я тоже хотел отбежать, Нега, посмотришь? Давай-давай, я смотрю, я вроде пока немного закончу. Зеро Толеранс пишет Мортирусу привет и удачи на стриме. Спасибо, Зеро Толеранс. А кто из Зеро Толеранс? Вот такой ник. Персонаж. Нет, нет, так имя, ник такой на ютубе. Просто Зеро Толеранс. И все. А кто именно не написано? Понятно. Спасибо, спасибо, ребят. Я хочу моргать, можно, Валентин? Ну, пожалуйста. Или все-таки нельзя? Эту игру еще тащить тут недолго осталось, в районе 20 минут. Так, блин, не тем взял. Да не, я здесь, я пока все свое закончил, поэтому могу и позалипать. А то и так сегодня халтую много, много-много. Блин. Ладно, как только кто-то вернется, я сразу закрою глаза. Ну типа я ж не моргал долго и все такое. Сколько еще стрим будет? Ну, сейчас у нас минут 20-30, потом. Игра минут на 15, потом еще раз игра минут на 15. Потом что-то будет, какая-то игра, я не знаю на сколько. Потом играет Бен, возможно с Леней. Валенсторм, я не знаю на сколько это идет. И у меня игра минут на 15. Транзистор, я думаю, если будет желание, мы что-нибудь придумаем. Я думаю... Карас пишет... Говори. Скооперироваться. Карас пишет, всем привет. Йодо, Хардкор Мортирус, молодец. Спасибо, спасибо. Так, у нас Чешир. О, хороший босс. Особенно, когда он падает в конце на тебя, да, и ты этого не знаешь. Да, он меня в детстве этим прям, блин, покарал просто. Я его затащил. Я, во-первых, очень долго не доходил до сюда. И потом я его стащил на последних жизнях, вот уже все, пар ноль. И я стою, и прям меня накрывает. Было обидно. Да, есть тут такой вот он подвох. Эй! А вот! Блин, Эльфо Магнум еще играет потом. Сорка третья будет. Я ж помню, что вот кто-то играет там перед Беном. Ник я не помню точно. В голове не удержал. Так что сегодня будет еще сорка третья. А Эльфо Магнум. На какой сложности, если не секрет? На харде? И сорка именно, или японка, барнакл. Да, перекурил.
Рику можно пропустить сейчас. Спидранеры поиграют. Угу. Потом уже пустим. А! Так кого после Трейза и Торона? Перекол мат. А, все, он будет тогда. Ладно. Да, Дима, тут возникли проблемы, что у геймера проблема с симулятором, с Миднафилом. Микромашинки Люка Глючер на нашем музыкозерке. Придет 48-й стол. Поэтому геймеру надо пускать последний. Так, что, грибочки? На месте. Босса из Капхеда убил, да? Да, уничтожим. Так, что там, смерти не было, да? Не было. Все, я закрываю глаза, потому что я не моргал. Мне сказали, нельзя моргать. Так что сейчас я закрываю глаза ненадолго, чтобы глаза отдохнули. Так, ну от этого уровня сейчас многое зависит. Да, тут можно насливать. Стой! Ты узнаешь, да. Что такое бой! 48-й миллиард. 48-й миллиард. Не готовился, что ли? Лёх, что ты сказал? Не слышал. Алло, алло, Лёх. Алло, да. У тебя 48-й миллиард, если что, на готове. 48-й? Да. А, мы на горбашке. Стой! Уничтожение просто идет. Блин, а где его взять? Ну, может быть, он есть, а может быть. Который вот один из первых? Да, а для чего, Лео, для чего? Он у меня на микромашинке. А, ну что, на этом не идут, да? Глючит. Проблема, помнишь, как у Стинга была с Roller Games, висла игра. Здесь вообще глючит, спрайты выпадают на нашем уровне. Сейчас я поищу. Если что, я могу скинуть ссылку. Раскачать. У меня в облаке есть. Тут, кстати, твоя ссылка на облако перестала работать. Ну, ладно. Еще исправим. 48-й, да? Да, 09-48. Да, есть. Есть такое. Если что, захватить можешь, правильно? Я думал, он сам захватится. Если закрыть окно. Лёх, проверь. Короче, сейчас я на эмуэнди буду, да? С него. Да, с тем же ключом. Ключ, да, тот же, сегодняшний. Ладно. Все сделал. Угу. Лёх, проверил? Все будет. Спасибо. Это геймер следующий, да, Лёх, будет? Нет. Потом играет у нас Трейс из Таурон. Потом играет Пинковым Магнум. Да, я на Трейсе пройду. И все, и потом геймер. Да, я после этого геймер. А потом уже решайте сами. Так у нас все, у нас люди закончились. Так что надо звать Леона. Ты еще сколько? Три игры впереди, да? Проявить, да. Один человек за двух персов. А это вот все-таки атакуют, вот такое оружие точь-в-точь из Gunstar Heroes. Не помню, что там надо собрать. Скажем. Два пулемета. Два пулемета, да? Вот копия просто. Залез, конечно. Как я мог забыть? Блин, как я мог забыть? Блин, я аж обжегся. Поддержку леса. Поддержку леса. Что-то надо говорить на спасение леса. Фух, пока нормально. А, точно, Контр Хартос, Волга, да. Единственное нормальное у него оружие, короче. Вот сейчас начнется так, просто трэш на экране. Ребята, извините, что молчу тут. Да, сконцентрируйся, все бывает. Да, нормально. Это закономерно. Мы ж для этого есть, чтобы немного фонить. Так, вот он, чувак, из которого вылетает жизнь секретная. Так, все, пошли эти чехи. Ненавижу их.
То есть они летят на тебя таргетно? Они, в общем, летят поочередно. Сперва на Робина, потом на Бэтмена. Сперва на Робина, потом на Бэтмена. Бэтмен, ну, таргетно. Таргет. Да, да. И они вспоминают точку, вот, последнюю точку твою. Ну, где они появились, там, где ты стоял, туда они летят. Да. Это круто, конечно, сделано, что фон ломается. Блин, класс. Ребят, цените, музон сейчас начинается. Ааа, черт, двоих сразу. Дабл кил. Кастлик. Извините. Ой, засыпает, посмотри, что творят. О, я же говорю, дискотека на экране. Кто пришел? О, ты помнишь про него? Да, Бен, да. Насчет выжил. Скушал беляш, это нужно варить. Либо Вэлен, братва, выживает, или кто прожил на стриме более 12 плюс часов. Бокальчики, за вас. Тут как решишь, а так беляш каждым можно. Готов. Спасибо, Макс. Я только за. Выжил, ловишь беляш. Это смотреть. Метал Марио. Так. Да, вот Джефф. Лютая психоделия детства. Да. Не, ну игра, конечно, топ. Единственное, что, блин, мне в этой игре не... Блин, как-то походка вот у Бэтмена, блин, не знаю. Ну это ж мультяшный. Как на носочках бегать не очень прикольно. Ну так. А на носочках нет. С ускорением так и бегают. Некоторые даже не знают, что тут так много уровней. Да немного, просто шмап уровни очень длинные. Да нет, уровни сами в целом ок длинные. Самый немного. Длинный уровень это на Бэткрыле. Он очень затянутый, да, просто, да, блин. Минут 20. Бессовестно, да, бессовестно затянутый. Его раза в два спокойно можно было укоротить. Там ничего нового не появляется за это время. Мне вот кажется, как тучи бы появились, прям вот все, вот этот дирижабль. Самое оптимальное, наверное. Ну, Васек за брат убьет. Залез уже. Слушай, мало. Так, ну все, команда нужна такая, залез теперь. Ждем. А еще ждем РТР под Красный Октябрь. Нет, еще другую команду ждем. Подергали? Со вчерашнего стрима, да. Давай, Макс, сейчас съем, мужик. Давай, Макс, добрый ночь. Так, здесь сейчас самое главное — успеть Робина прокачать до босса. Майонез я не буду пить. За майонез можно поесть. Последний уровень в целом сам по себе короткий. Да, последние уровни короткие очень. Халтурили как на батлтокс Double Dragon. Не, ну не то чтобы схалтурили, мне кажется, вместе не портвейше. Смотри, на заднем плане там Робина как разрисован. Да, разрисованный. И Робин, и Бэтмен. Там еще и Бэтмен, да, в начале был. Ну, все по классике. Робина красиво нарисовали. В Аркхаме тоже там, когда его шляпник ловит, он там с маской этого зайца.
Это радиста просто от музона в кайф ушел. Штырит. Да, 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 на стриме тогда транс просто тащился от музыки. Это, кстати, вот единственная игра, вот из которой музыка вот прям никакая не переделанная. Я вот себе записал магнитол в машину, специальный диск. Наверное, даже единственный диск у меня. И вот в каких-нибудь пробочках прямо послушать. Класс. Не обламывает. Блин, прям как какая-то дискотека, вот, знаешь, забудешь, понесу лазит. Прям техно, реально. Хотя, техно, блин, сейчас на дискотеке такое не играет. Параша какая-то играет. Даже заходи, блин. Не, почему? Я вот ездил летом в Тамбов к бабушке. Зашел там к ним в клуб, прям колотушки лупят вовсю. Че, в Тамбов типа нужно такого ехать, чтобы нормально услышать? Все, выдвигаемся. Ну, кто хочет ностальгироваться, я думаю... Не, я бы послушал, если бы Жека Дизлайк что-нибудь, или диджея за движуху какую-то замутил бы, блин. Я думаю, это было бы шедевр. Он реально в этом смысле. А он каверы делает? Да не, он и сам умеет. Ну и каверы делает тоже, да. Так, мужики, выкручивайте музыку на всю, сейчас будет разрыв. О, вот он. Вот он. Сейчас же он ощущается. Этот музон, господи. Очень классно, если когда ты его долго не можешь убивать, там скорость обезбашена настолько, да, музыка звучит. Да, у него звучит такой паттерн начинается, да. Ой, музыка лупит просто. Котик. Да. Так что давай, подольше с ним пообщайся. Не, ребят, чего? Я подниму. Да ладно. Пошло дело. Не, лучше все-таки затащить, так что побыстрее убиваем. Он бывает подлости всякие делает. С ним больно. Еще обратите внимание, фонарь шляпника на дальнем фоне нарисован, светит, так сказать, отражение бросает слева. Не на полу. Пол, смотрите прямо. Да, точно. Не обратил внимание слева, какой-то там силуэт бороды. Урон получил, блин. Чё творить? Я думал, пошло. Блин, началось. Самый жесткий паттерн. О, чё началось-то? Взять скорость. Что ж. Капец. Да. А это вот еще это фигня, но еще мощнее ускоряется. Блин, извините, что кряхчу. Да, тоннель понимаю, вот это турбо-тоннель. Господи, сейчас лифт будет. Да, Робин пошел, Бэтмен поставил. Вот если такое будет в новых Battle Pass, я поиграю. Офигительно. О, не рассинхронились. Только еще два раза быстрее, чтоб. Черт. Давай. Все. Хорош. Фу. Благо выжил. Теперь жизнь нужно подобрать для Робина. Все, Робин не поднимет жизнь. Помолимся за Робина. Бедный Робин. Блин, сейчас тяжело будет, конечно, нафармить. Так, вот здесь с него выпадает шляпа, и из нее будет жизнь секретная. Оп, вот она. Фух.
Так, без прокачки тяжеловато. Проклятые твари! Мистер Фриц. На мне не похож что-то. Да. Юля. Юль, ты не подумай, мы не тебя. Мы тебя не вспоминали. Игорь, ты много потерял, то, что не играл в эту версию. Не, ну этот уровень очень короткий, что очень расстраивает. Это финальный, да? Или нет еще? Да. Нет, это еще. Не, ну еще уровня. Будет скроллер. Еще два уровня. Еще лаборатория с мышечками, которые колбом кидаются. И скроллинг, да. Может, Паша и Коля поиграли в эту игру на кухне. Но, учитывая, сколько у этой игры фанатов, я думаю, кухонька успешная была. Не, ну игра топовая, конечно. Да, да. Черт. Робин никак не хочет жить. Бэтмен тоже сейчас умрет, наверное. Еще смерть за Робина была, да? О, да. Две, подожди. Одна. Робин. Одна, да. За Робином еще одна. А-а-а. Робин что-то перегоняет. Ну, он как ученик слабенький. Что-то тяжело все пошло сейчас, блин. Дезморалил. Шляпник. Просто после шляпки, ну, от него нервы на пределе и начинаешь хуже играть. Черт. Надеюсь, что атака просто фигня. Там жаль, что рассинхронились персонажи, бля. Ой, много жизни потерял лишних. А сейчас без прокачки тут, блин, тяжело очень. Я боюсь, как бы это на кончению. Вообще, на скроллере ты там, если дойдешь, то там можно неплохо. На скроллере я только одного могу прокачать там. Потому что второго не берется. Это обидно. Стоп, разве? Это, ну, да. Если когда одновременно, то да. А если немного изменить управление, ну, чтоб ты как одним бегаешь, нельзя. Бывает. Их не... Блин, взял все равно. Их нельзя отвести. Они не... У меня настроено так, что у меня управление на обоих. Чтобы отвести нас... Чтобы отвести нас... Чтобы отвести на скроллере, нужно управление, чтобы было разное на персонажах. Я думал, ты третью кнопку просто назначил на передвижение там. Нет, нет, нет. Она там. Поэтому что так и сказал. Меняется. Я отвечу модер. А что там, бачок свистит у кого-то? Да там он есть, да. Да? Мрак перегибает потихоньку. А мы смотрю, да. Перегибает там что-то. На Твиче там. Надо Леню вызывать, вот. Чами по головам тучил. Леня мастер по бачкам. Подкручивать. Леня как вышибала? Да. И не только фейс-контроль. Да, Леня, особо там ему по работе с такими приходится общаться. А выдаем мудрку негативному на три. У всех дел. Много мудрок не бывает, да? Всем крабиков буду кидать тогда. Вот добрый такие. Вечер, Серега. Всем крабиков под этот, как его, под пивасик. Здорово, Сергей. Ребят, вы не возражаете, я немножечко тут хпшку пофармлю. Буквально на минутке две. Во времени тоже. Укладывайся, хочешь меньше смертей показать. Хотелось бы, чтобы все персонажи дожили до победы.
А сложнее всего за синим тащить, да, эту игру? Да, да, синее оружие самое слабое, но оно... Чавжится быстро. Так что, да, тут спорный, конечно, вопрос. Кто любит чавжить, там уже... Общепринятое мнение то, что это самое слабое. Ну да. Ну, будем его на деле неизвестно. Вообще, мне кажется, что самое сильное это красное, полностью прокачанное, и когда все три батаранга попадают... Ну да, да, есть такое мнение. Но это очень тяжело исполнять. Ну, практически вплотную надо подходить просто и... Ибо высока вероятность, то, что ты получишь урон. Мне кажется, Ирокесе это надо спросить у Лёни. Не, Лёня сегодня говорил, что он говорил, бля. Че? Ну все, меня бьет. Не бьет, но мало. Ну он же собственного производства еще может. Он зачетное винище делает. Бен одобряет. Да. Так. Бен, спроси у игрока, можно ли как-то качнуть, что он себе тоже в телефон залил. Так, в интернете, наверное, можно найти. Игре. Что там искать? Чего качнуть? Музыку. Музыку? Ну ты типа да, рассказывал, спокойно. Что в машине слушал. Да, и я из контакта качал. А, ну. Есть. С контакта полностью... скачал, залился. Да, 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 да. Есть полностью. Можно заморочиться каждый трек отдельно качать. Я откачал полностью. Одним треком. Все треки, да. Час 59 идет эта музыка. Приходится мотать на любимую песню, но я уже все тайминги знаю, так что страшно. Тайм-коды. Да-да-да-да-да. Может, не про то, в какой игре самая любимая музыка в снеге. Для меня это лото. Хайсес Хавок очень классная музыка, там есть оркестр. Это саунд-тест. Можно через менюшку посмотреть. Не знаю. Я, наверное, все-таки становлюсь на Rock'n'Roll Racing. Ну да. Rock'n'Roll Racing это святое. Ну это не совсем авторская, там же идет как каверы. Да, 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 там так каверы. Это не совсем. Ну или да, он Comic Zone тоже пишет, Comic Zone. А червячок. А Sony. Ну червячок. Ну много. Там, не, но ну, все равно. Рептормен, отличный. Не, ну на Сониках вот мне Icecap нравится. Вот, особенно вот тот кавер, который вчера вот Бен эти сбрасывал, вообще, блин, какая да, кавер даже. Да. Ну ледяной, конечно. Да и на Comic Zone тоже, блин, качественный кавер есть. Ребята, потому что, блин, пили такие вещи вообще. Особенно, ну, на Сегу я не очень много, прям. Для Дэнди там. Для Дэнди. Мне кажется, можете спокойно качать треки Даркмана. Там, я думаю, все ваши любимые будут. Даркман, да, само собой. Ну что, финальный босс? На Дэнди Journey to Sirius самые топовые саунды, мне кажется. Вообще выше всех похвал. Rough World, да. Rough World вообще тема, да. Да, на Арни что-то он не особо смахивает. Вообще же он этот ученый, да, этот мистер Фриз? Да, он ученый. Пытался спасти свою жену. Заморозил там ее что-то. Да, заморозил ее, да. Да. Блин. Робин упал. Мы будем считать, что Робин сегодня в обычной одежде, не в бронированной. Да, он просто как стажер пока. Черт. Блин, как много урона получает. А, ну да, ты игра-то не по фильму, а по сериалу. Будь
мультсериал, то есть, да. Ну, оно видно. Да, то есть тут канонично. Игра по мультсериалу. Приключения Бэтмена и Робина, так и называется. Нифига он сыпь, конечно, капец. Три сезона. На смехе первый. Первое место реально Super Mario Bros. Super Mario Bros. На SNES? А, это, наверное, база. Супер Mario Bros. Минус Робин. Робин. Всю катку вахитит. К сожалению, его нельзя сейчас воскресить. У нас пустая. На фидила Робин. Итак, ребят, залез за баб. Ваше здоровье. Да, залез за баб. За Робина, ребят, который пал. Извините, да, все, что мог. Но все равно по красоте. А, 6-8. Сейчас 0-6. Хорош. Ну да, на Арни вообще не похож. Вообще. Так, ну да, в принципе, все по канону. Робин пошел отдыхать, а Бэтмен доделал все дело. Красава, Марк. Да, красава. Ребят, всем спасибо. Отличную движуху делаете. Спасибо. Всем, кто болел, спасибо большое, ребят. Давайте. Все, кто дальше тащит, успехов. Ваше здоровье. Давай, Мартивус. Удачи. Давай. Так, готово. Ну что? Sunset Riders? Да. О, я хоть посмотрю, как надо играть. Sunset Riders. Так, Лёд. Привет, Ставрон. Здорово. Привет. Привет и привет. О, готовы? Да, готовы. Фидич. Да. Отлично. Фидич? Ну, сливаться. Они меня поняли.